Славянском районе проводится всероссийская антинаркотическая профилактическая акция «Призывник». Ее цель – профилактика наркомании и наркопреступности среди допризывной молодежи, пропаганда здорового образа жизни, формирование личных убеждений молодежи против употребления наркотиков. В рамках акции сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Славянскому району совместно со специалистами управления по делам молодежи администрации города и сотрудниками отдела Краснодарского военного комиссариата проводят мероприятия, направленные на противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, профилактику распространения наркомании среди призывников. Подобные встречи позволят ориентировать молодежь допризывного и призывного возраста на пропаганду здорового образа жизни. Акция продлится до конца декабря.